В республике действует федеральная программа «Земский учитель». В соответствии с ней преподаватели, приезжающие работать в малые города и села страны, получают единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Одной из первых участниц программы в Чувашии стала Ольга Шарикова. Она преподает иностранный язык в Юнгинской средней общеобразовательной школе Маргаушского района. Good morning, children. Good morning, teacher. I'm going to sit down, please. How are you today? Ольга Шарикова с детства мечтала стать учителем. В 2006 году она окончила филологический факультет Чувашского госуниверситета. Более 10 лет проработала учителем в Анаткинярской школе Чебоксарского района, а с сентября этого года переехала в Маргаушский район. О данной программе я узнала с сайта «Земский учитель». Данная программа она стартовала в 2020 году. В Чувашской республике были предъявлены 4 школы, и из них в трех школах требовались учителя английского языка. Я решила подать заявку именно на вакантную должность учителя английского языка Юнгинской средней школы. Но так как эта школа находится, во-первых, недалеко от города Чебоксары, и, во-вторых, я родилась и выросла в этом районе. По условиям программы Ольга должна отработать в школе 5 лет. Но она не исключает и того, что останется здесь и потом. Свою профессию она любит и признается, что не ощущает никаких минусов в работе на селе. Ольга Петровна у нас работает с сентября месяца. Она показала себя как профессионал в своем деле, как хороший учитель. Дети, видно то, что к ней тянутся и хотят учить английский, занимаются. Напомним, программа «Земский учитель» по инициативе президента страны будет продолжена и в 2021 году. Так правительство рассчитывает закрыть дефицит кадров в сельской местности. Ульяна Пятакова, Маргарита Мельникова, Сергей Копеев, Республика.